Че я вообще делаю? Пришли на десятку. На него вся надежда. Начнем прыжок вниз головой. Эй, Салек, держи меня! А что будет, когда я не смогу пошевелиться? Приземлился прямо немного на одно, но неважно. Шансов у меня как-то обратно вывернуться не будет. Не знаю, ребята. Вообще не понимаю, как это сделать. Реально, меня начинают одолевать какие-то приступы клаустрофобии. В комментариях уже много раз мелькали идеи про скотч. И мы решили проверить, что будет, если целиком обмотаться скотчем и пленкой, а потом прыгнуть в воду. Ни в коем случае не повторяйте этого самостоятельно. Мы и сами не знали, получится ли выплыть. Но раз уж решили, то отступать некуда. После того, как посмотрите ролик до конца, то не забудьте написать, что думаете по этому поводу. И, конечно же, поставьте лайк прямо сейчас. Поехали! А план у меня на сегодня такой. Вниз головой попробовать с 3 метров, с десятки. Блин, что я вообще делаю? Попробовать вниз ногами и метров с 5 попробовать сальто. В таком вот виде, я не знаю, ребята. В общем, ребята, не знаю, откуда берутся такие идеи. Кстати, Санек сегодня будет меня спасать. Я, честно говоря, даже не уверен, смогу ли я выплыть, будучи полностью обмотанным скотчем. Ну уж напишите в комментариях сейчас прямо, как вы думаете, получится ли у меня выплыть. Реально, я с головы до ног буду целиком замотанный. И если что-то пойдет не так, то что будет? Конец блога. Саня, ты должен меня спасти! Ты чего? Напишите, Саня. Если вы хотите, чтобы он утонул, напишите. Саня, не вытаскивай, и все. Саня, пожалуйста, вытащи. Ну, в общем, я думаю, что инстинкты спасателя призовладают. И, в общем, все как-то пойдет нормально. Да. Делаем шашлик. Все, обмотка пошла. Друзья, кстати, если вам нравятся подобные выпуски со скотчем, то обязательно нажимайте колокольчик. Алгоритмы YouTube работают таким образом, что если вы просто подписаны на канал, то, скорее всего, вы пропустите подобные клевые выпуски. Поэтому обязательно жмите на колокольчик. Ну что, ребята, значит, Санек меня просто предательски обмотал, наверное, в слоев в 10, по-моему. У меня еле-еле двигаются ноги, руки вот вообще не двигаются. Теперь я вообще не уверен, что смогу как-то всплыть, выплыть. Поэтому, Санек, все-таки спасай Вадика. Те люди, у которых есть хоть сколько-то вот клаустрофобия, сейчас меня особенно хорошо понимают, потому что реально вот... Санек вот ушел, я сейчас понимаю, что я абсолютно обездвижен и могу только вот буквально так вот подойти к краю. Руки у меня все зажаты, полная безысходность, и я четко понимаю, что я сейчас просто доверяюсь Саньку, на него вся надежда. А я сейчас попробую сделать прыжок вниз головой, и это тоже очень неприятно, потому что в данном случае это будет конкретно прыжок вниз головой, ибо руки мне не поставить. Начнем прыжок вниз головой. Блин, так голове больно сейчас будет. Я не знаю. Прям. Погнали. О, я плыву! Очень хорошо. Эй, Санек, держи меня! Держи! Могу сам. Вот, кстати, вот сейчас было стрёмно. Реально, у меня сейчас начала путаться вот эта пленка в ногах. И я первый раз вообще в жизни, наверное, почувствовал, как я реально начинаю тонуть. Ну, в общем, друзья, на самом деле ни в коем случае не повторяйте этого самостоятельно. Огромная жесть. Я на самом деле же занимался там сколько-то лет плаванием, поэтому навыки какие-то остались, что я могу себя, в принципе, чисто ногами вот так поддельфинивая вытаскивать наверх. Ну, а у кого нету хороших плавательных навыков, тот может попасть в очень плохую ситуацию, если особенно рядом нету Саши. И если Саша... Пишите, спасибо. Если Саша не уплывает никуда. Ну что, попробуем теперь, Санек, с десятки. Кстати, друзья, наверняка у вас появились еще замечательные идеи по поводу, что мы можем сделать со скотчем, кругами и так далее. Пишите их в комментариях. И некоторые из ваших комментариев могут появиться в следующих роликах. Ну что, друзья, вот мы пришли на десятку. Я, честно говоря, постоял немножечко на семерке и почувствовал себя самоуверенным, чтобы прыгнуть.
с 10 метров. Просто вот представьте, и так здесь реально страшно стоять даже, ну, достаточно опытному спортсмену. А что будет, когда я не смогу пошевелиться ни рукой, ни ногой? Блин, ладно, давайте сделаем это, и я поделюсь своими впечатлениями. Вот Саня опять перестарался, и у меня, честно, друзья, у меня никогда не было приступов клаустрофобии, но походу сегодня они ко мне начинают подступать, потому что реально настолько беспомощным я себя никогда в жизни не чувствовал. И главное отличие солдатика, насколько я его понимаю сейчас, в том, что у меня не будет возможности себя подкорректировать в воздухе. То есть если я вылечу как-то неправильно, то шансов у меня как-то обратно вывернуться не будет. Ладно, не будем думать о плохом. Пошли. Санёк, давай, дежурить вниз. Поехали. Ух, блин, ребята, это ужас какой-то, когда вот ощущение, что ни в коем случае нельзя ошибиться в начале. Санёк, давай, вытаскивай меня, если что. Ага, все, я готов, пошел, полетел. Блин, не могу. Еще раз. Все, лови меня. Ребята, реально произошло то, чего я очень боялся. Вылетел чуть-чуть, плечи вперед, меня потащило на живот, и я лечу, я реально ничего не могу с этим поделать, и приземлился прямо немного на дно, но неважно. Сейчас чуть-чуть отдышусь, подождите. Ну и слушайте, в этот раз Саня опять перемудрил. В общем, меня обмотал, я где-то, наверное, минуту не мог высвободить руки. Долго у меня что-то в этот раз не получалось всплыть, потому что, естественно, с десятки я поглубже ушел под воду. Под водой меня там снова как-то заломало. О, в общем, реально, я думаю, в первый и последний раз делаю этот эксперимент. Раз уж я пообещал, то еще одна попытка. Идем на 5 метров, делаем сальто назад. И я уже не знаю, потому что контроля совершенно не чувствуется. Да сделаем это, черт подери. Погнали. Друзья, кстати, для тех, кто уже засиделся на диване и хочет вести активный образ жизни, обязательно приглашаю всех сюда, в замечательный центр Marina Club. Здесь есть не только этот 50-метровый бассейн, но еще и тренажерный зал и даже скалодром. В общем, есть чем заняться всей семьей или с друзьями. Подробности по ссылке в описании. Ну что, последняя, я надеюсь, на сегодня обмотка. Вообще, я, честно говоря, больше не могу. Реально, меня начинают одолевать какие-то приступы клаустрофобии. Санёк меня мотает в 5 слоев, реально. Просто без шуток. По-моему, вот я каждый раз ему говорю, что Сань, давай поменьше. А он каждый раз мотает так, что я не могу высвободиться. Здесь остается надеяться просто на удачу. То есть я сейчас не строю иллюзий. После того, как я реально с десятки ошибся на солдатик, я не уверен, что на сальто будет что-то хорошее. Но я, блин, оптимист, я все-таки больше 20 лет в прыжках в воду. Постараюсь, черт подери, сделать это все, по крайней мере, чтобы уйти домой целым. Обычно на сальто назад, если у тебя не связаны руки, то нужно толкаться посильнее ногами. Тут проблема в том, что я и ногами сейчас не могу посильнее толкнуться, поэтому придется делать как-то с падения. А когда ты делаешь сальто назад с падения, то тебя тащит. И вот я реально сейчас, у меня равные шансы прийти что на переднюю часть своего туловища, что на заднюю. Ну, ребята, честно, все ради вас. Сам очень жутко боюсь. Вообще не понимаю, как это сделать. Реально, в первые секунды мне очень нужно, чтобы кто-то меня вытаскивал. В этом есть некоторая жизненная необходимость. Меня несколько нервирует, когда Саня говорит, да я успею подплыть. Блин, ну была не была, ребята. Блин, на носочки надо встать, пипец, я вообще не понимаю. Что я делаю, нахрена? Сейчас руками же ничего не могу сделать. Просто. Блин, реально, у меня голова кружится. Подождите, я не могу. Блин, пипец, вообще так стрёмно. Так, ладно, все, я могу, я смелый. Все, четко, погнали. Первые секунд 15 не мог высвободить руки, как бы уже начал немножко задыхаться, и в этот момент я смотрю, рука такая мощная, меня жуп, я такой, кислород. Ладно, друзья, всем спасибо, обязательно посмотрите вот это и еще вот это видео, и всем пока.